С таким способом посадки огурцов вы получите богатый урожай. Расстояние между огурцами должно быть не менее 35 сантиметров. Порубили крапиву, теперь засыпаем в лунку. Лунка глубиной 25 сантиметров. После крапивы идет горстка размельченного мела. Одну горстку золы. Ну и в завершении перегной перемешиваем с землей и засыпаем по глубине лунки. Хорошенечко поливаем это все водой. И сажаем в эту лунку наш огурец. Ну вот и все, огурцы будут расти как на дрожжах. Пользуйтесь советом, дорогие друзья.